В результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран Союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами. Так, рост взаимной торговли Кыргызской Республики со странами Союза увеличился за три квартала текущего года на 30%, а экспорт в страны Союза вырос более чем на 40%. Поступательное движение в этом направлении позволило перевести более чем 75% взаимных расчетов на национальные валюты, а также обеспечить выход на валютные торговые площадки России. Считаем, что в перспективе это позволит не только диверсифицировать наши валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции.